Сегодня раскроем новые детали танковстречи, обсудим сентябрьский челлендж и расскажем об акциях на выходные. Привет! Танковое путешествие стартует уже завтра. И первая встреча тоже завтра. Место – Москва, новый вернисаж Измайлова. На следующий день после движухи в Москве состоится встреча в Питере, в парке сказок, метро Ломоносовская. Далее по плану Вильнюс. И тут есть тревожные новости. Несмотря на то, что документы на визу мы подали еще в начале августа, они могут не успеть. Консульство как-то бесконечно долго их рассматривает. И если мы останемся без виз, Литва для нас закрыта. На встречу в Вильнюсе мы приехать не сможем. В таком случае мероприятие проведет наш КМ из Литвы Антон Беловодский. Всем привет, это я. Ну а если визы все же успеют, то литовская встреча состоится в полном составе. Если забыли, 27 августа в самом центре города перед Дворцом профсоюзов на горе Таурас. Итак, небольшой апдейт. Паспорта получены, визы есть, а вот кое-кто, кажется, пропустит Вильнюс. Финальная точка нашего танки-трипа – Минск. Там мы с вами увидимся 29 августа. Внимание! Место встречи в Минске изменилось. Будем ждать вас в клубе «Брюгге» по адресу Партизанский проспект 6А. Приходите, будет весело! Все подробности, в том числе и адреса, найдете на специальном сайте ивента. Ссылка в описании. Начало всех мероприятий в 18:00 местного времени. А теперь кто едет? Нас будет пятеро. Я, Макс, Коля, Саша Ноженко и Саша Агапова. Мы едем на таком микроавтобусе, так что если увидите его, знайте, мы неподалеку. Напоминаем, на мероприятии мы разыграем много игровых призов и вот такие футболки. И, конечно, главный приз – смартфон от наших друзей Nokia, который мы разыграем среди участников в каждом городе. И не забывайте про набор «Танки Трип» в магазине. Покупайте набор, приходите на встречу и получайте рандомный XT-скин. Также 2 сентября на стриме состоится розыгрыш смартфона Nokia 4.2 и несколько танкоина-призов среди тех, кто купил этот набор. Скоро увидимся! Москвичи, до завтра! В прошлом выпуске мы говорили о скором запуске новой HTML5 версии танков. Как видите, этого не произошло. Боевая часть игры работает чуть хуже, чем ожидалось. В этом некоторые из вас могли убедиться на тестовом сервере. Игра выглядела заметно хуже, чем текущая версия. В то же время все остальное — интерфейс, гараж и прочее — работает почти финально. Не переживайте, скоро все будет. Нужно еще немножко подождать. Мы видели комменты вроде «А зачем вообще выпускать новую версию?» Так для того, чтобы получить новую, переписанную с нуля, отлично оптимизированную игру, которую вам будет приятнее играть, а нам проще развивать. Например, Корпус Арес. Да-да, мы про него не забыли. Скажем больше, он практически готов. Но чтобы ему появиться на основе, нам нужно отказаться от использования флеша. А для этого нам нужна полноценно рабочая версия на HTML5. Вот такие зависимости. Привет! 1 сентября стартует новый челлендж. И, как и обещали, мы добавим танкоины в серебряную линейку призов. Всего в призах появится 70 танкоинов, которые будут раскиданы по 7 этапам. Есть и еще кое-что новенькое. Впервые в конце серебряной линейки челленджа вы получите рандомный XT-скин, которого у вас нет. Согласитесь, не очень прикольно, когда главный приз – скин, который у вас уже есть. Теперь до финала челленджа будет идти вдвойне интересно, ведь это гарантированно что-то новое, и до конца сохраняется интрига, что же это. Новый месяц – это еще и новая война. В ней вам предстоит вновь выполнять задания, но чуть иначе, чем в разрушительной войне. В призах специальные краски, танкоины и другие бонусы. Больше подробностей ближе к делу. И, кстати, не забываем про текущий челлендж. Самые результативные участники августа, набравшие более 2000 звезд, участвуют в розыгрыше главного приза – смартфона Nokia 5.1+. Победителя мы случайным образом выберем на стриме 2 сентября.
свежая порция танковых видосов. Погнали! Первое видео — нарезка суровых и точных прострелов от Portes S. Далее смотрим, как президент открывает, внимание, 1000 контейнеров. Это местами легендарно и необычно. Третье видео – золотой летсплей от Джерри на новобранце. И тут снова много контейнеров. Стартовал дисконт-уикенд. Сегодня в пятницу скидки в магазине. В субботу в гараже, а в воскресенье – прокачки и ускорения. Также зацените тематическое оформление, подарки, больше золотых, двойные фонды и специальное предложение, которое в этот раз впервые продается за танкоины. Нескучных выходных! На этом все, друзья. На следующей неделе по понятным причинам видеоблога не будет. Зато будут фоточки и видео в наших сторис в ВК и Инстаграме прямо с мест событий. Также ждите подробный видеоотчет о нашем мега-трипе в видеоблоге 6 сентября. Пока! В прошлом видеоблоге Hornet перепрыгивал через заграждение, а вам нужно было угадать, на какой отметке он приземлится. Правильный ответ – Е. Поздравляем победителей! А вот новый вопрос.